Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами телефон Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Сейчас я покажу вам, как на этом телефоне войти в безопасный режим. Для этого мы нажимаем и удерживаем кнопку питания и выключаем телефон. После того, как телефон будет выключен, одновременно нажимаем и удерживаем кнопку питания и увеличение громкости. Отпускаем кнопку питания после появления логотипа Xiaomi. Затем с помощью кнопки уменьшения громкости спускаемся к надписи Safe Mode и нажимаем на кнопку питания. Ждем загрузки телефона. Отлично, безопасный режим успешно включен. Мы это можем наблюдать, поскольку написано надпись «Безопасный режим», здесь никакие скачанные приложения просто-напросто не работают, только все стандартно. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.